И всем привет! И в этом видео мы посмотрим, что добавили и изменили в новом обновлении в Slabatos. Итак, самое важное, что добавили в этом обновлении, это новая перчатка, называется Dual. Стоит всего лишь 10 слапов, то есть это как дефолт, только у тебя их 2. И немного больше мощи и скорость атаки. Итак, вот так вот выглядит новая перчатка Dual. То есть просто 2 дефолта, просто в обе руки. Помимо того, что можно бить одного человека, вы можете бить сразу двоих. То есть смотрите, оп. Смотрите, оп, то есть получил 2 слапа. Оп, и тоже 2 слапа. То есть вы можете получать слапов в 2 раза больше. Очень прикольная, полезная перчатка. Ну и дальше уже идут незначительные изменения. То есть исправлены метеоритные взрывы VFX. Не сильно понимаю, что значит. Зомби не должны иметь возможности присоединяться к арене по причинам способности некромансера. Исправлено превращение в самого собственного зомби. Исправлено, что солнце сохраняло позицию в турнаменте. Короче, теперь в турнаменте у тебя не будет над головой солнце летать. Исправлен пассивный перенос дрима на турнамент. Ну, то же самое, только с дримом. То есть теперь ты не будешь очень быстро бегать на турнаменте. И теперь мое любимое, что я очень давно ждал. И наконец-то это сделали. Наконец-то пофиксили перчатку плуг. Наконец-то у нее не будет эта кислота, которая будет дамажить, когда ты будешь, предположим, в турнаменте. Я прям очень давно это ждал. И наконец-то это сделали. Также увеличен максимальный радиус действия Quick с 40 до 55. Увеличен максимальная мощность заряда Quick, то есть мощности, то есть Power, с 80 до 100. Также Quick теперь откидывает аж в 2 раза больше человека, который вбитый в землю. Еще, как видите, глобальное обновление коснулось спектатора. Теперь спектатор может вот так вот забавно летать. То есть теперь, ну, в прямом смысле спектатор. То есть он помимо того, что он просто умеет ходить, он умеет летать вообще по всей карте и наблюдать за всеми. Прям очень круто. Также исправили способность призрака, когда он переносился на турнамент. Исправлено, что Diamond, Mega Rock и Custom были активны в турнаментах. Теперь такого больше не будет. Также перчатки Diamond добавили 5 мощности. И когда ты взял способность, ты бегал очень медленно, а потом резко быстро бежал. Сейчас ты, когда используешь Diamond, потом выходишь из него, ты плавно и плавно ускоряешься. Ну, в принципе, вот такое обновление. То есть здесь можно заметить то, что разрабы, они не забыли про новичков. То, что они добавили перчатку, которая стоит всего лишь 10 слапов. И, в принципе, это даже неплохой старт для тех, кто начал только играть в Slabatos. В принципе, у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.